just like a heartbeat. The drumbeat carries on. And the drumbeat carries on. Ходили в грязи, мы сделали много всего, мы это прошли. Я думаю, что опциональная жесть – это одно из самых лучших событий, которые произошли со мной в жизни. Я считаю, что я вчера вечером шел и думал, когда же это все закончится, да. А сегодня, видишь, иду снова куда-то, по платформе, идти могу, значит. Жесть еще может быть более жесткой, но это как-нибудь потом.